Приветствую всех. 1416 сборка. Системный блок правый. Построен на базе процессора AMD Ryzen 3 Pro 1300. Частота 3.5 до 3.7 ГГц в режиме Turbo Boost. Сокет AM4. Версия Pro отличается от обычного. Это корпоративные процессоры. Тем, что есть пару инструкций. Одна инструкция связана с безопасностью. Ну и вторая с виртуализацией. Для обычного домашнего компьютера это не сильно помогает. Но, к сожалению, у других Ryzen уже в продаже не существует. Хотя от Ryzen 3 1200 этот процессор отличается плюсом 15% производительности. На данный момент это самый дешевый новый процессор в семействе процессоров AMD Ryzen. Материнская плата у нас на A320 чипсете. А срок A320 MDOS, обычная простая плата, поддерживает все три поколения AMD Ryzen, поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти с модулями 2 по 16, в данном случае стоит 2 по 8, фирма Crucial, частотой 2666 МГц. Процессор у нас холодный, вполне охлаждается кулером, как у нас Zalman CNPS80F. Вентилятор дует вниз, охлаждая при этом ключи, видеокарте достается и оперативке. Так что, в принципе, такое охлаждение более чем идеальное. Стоит у нас здесь вентилятор на выдув фирмы GMC с красной подсветкой. Видеокарта GeForce 1060 на 3 ГБ, фирма Colorful. Имеет довольно-таки развитую систему охлаждения с тепловой трубкой, два вентилятора. Карта холодная, имеет 6-пиновый разъем блок питания. Вполне хорошая игровая современная видеокарта. SSD-накопитель на 240 ГБ. Фирма Patriot Burst с интерфейсом SATA. Блок питания у нас здесь на 550 Вт. Фирма Aerocool версия VX+. Ну и корпус Accord JPX, у которого и спереди, и сбоку будет закаленное стекло. Очень часто мы в эти корпуса добавляем спереди три вентилятора с подсветкой. В данном случае вентиляторов здесь нет. Вентиляторы спереди практически всегда для красоты ставятся. Но при желании всегда можно добавить. Смотрится в таких корпусах это лучше всего. Есть два посадочных места сверху под 120-мм вентиляторы. Есть разъемы USB 2.0 и 3.0. Вот такая вот симпатичная игровая машинка. По деньгам вышла она в 27 300 рублей. Сюда напрашивается жесткий диск. К примеру, на 1 терабайт будет стоить жесткий, если какая-нибудь ВДшка либо ТОШПа, в 3000 рублей. Либо можно принести свой и поставить. Такая вот недорогая игровая машинка.